Представляем вашему вниманию очиститель-увлажнитель воздуха AIC S031C, который использует передовую технологию очистки воздуха, мойка воздуха, способную не только очищать, но и насыщать воздух частицами воды при помощи гидроприводного устройства, достигая мягкого и равномерного увлажнения воздуха. Вода, попадая на испарительный фильтр, превращается в водяную завесу, которая промывает проходящий через нее воздух. Испарительный фильтр не требует замены, так как изготовлен из специального пористого материала, и его ресурс рассчитан на весь срок службы прибора. Площадь обслуживания до 25 квадратных метров. Бак для воды выполнен из прозрачного пластика, поэтому уровень воды в баке всегда можно визуально отследить. Панель управления расположена сверху прибора. Устройство снабжено двумя режимами производительности – стандартный и ночной. При нажатии на кнопку включения по умолчанию работает стандартный режим, означающий, что чистка и увлажнение воздуха работают на максимальном уровне. Для перехода в ночной режим необходимо нажать на кнопку Sleep, которая предполагает слабый уровень очистки и увлажнения при низком уровне шума. Данный режим рекомендуется использовать ночью или во время отдыха. Мойка воздуха AIC S031C имеет несколько запрограммированных режимов для поддержания микроклимата в помещении, такие как здоровье, забота о коже, стандартный и режим интенсивного испарения. При каждом нажатии на кнопку Mode можно выбрать любой из запрограммированных режимов. На панели управления будут загораться символы, соответствующие выбранному режиму. Мойка воздуха AIC S031C оснащена индикатором уровня влажности. В зависимости от выбранного режима индикатор будет показывать соответствующую влажность. Нажимая на кнопку Anion, включается функция ионизации. Отрицательные ионы способствуют устранению усталости, повышению работоспособности, улучшению сна и обладают многими другими преимуществами. Данную функцию можно отключить, нажав на соответствующую кнопку на панели управления. Кнопка «Таймер» позволяет выставить отключение через 4 или 8 часов. Прибор оснащен датчиком уровня воды. В случае, если вода закончилась, прибор отключится и замигает индикатор на панели управления. В процессе очистки воздуха в поддоне для воды скапливается грязь, абсорбированная из воздуха. Чтобы снять поддон, нужно с задней стороны прибора сдвинуть фиксаторы от центра к краю. Поддон легко очистить с помощью мыльного раствора и проточной воды. Соотношение возможности, цены и качества – главное преимущество представленной модели. Мы уверены, что мойка воздуха AIC S031C принесет ваш дом комфорт, чистоту и уют.